Хор только что исполнил гимн «Приди, о царь царей». Президент Монсон попросил меня представить для поддержки голосования представителей высшей власти церкви, национальных представителей Кворума 70, а также генеральное президентство вспомогательных организаций церкви. Затем брат Роберт Кентвелл, директор-распорядитель церковного департамента финансовых ревизий, зачитает доклад департамента финансовых ревизий. После него выступит брат Брук Хейлс, секретарь первого президентства, который представит статистический отчет церкви за 2008 год. Братья и сестры, предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений и президента церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Генри Беннина Аринга как первого советника в первом президентстве и Дитера Фридриха Удерфа как второго советника в первом президентстве. Те, кто за, покажите это. Кто против, если есть, могут выразить свои несогласия. Предлагается, чтобы мы поддержали Бойда Кеннета Пекера в качестве президента Кворума 12 апостолов, а следующих старейшин в качестве членов этого кворума. Бойд Пекер, Том Перри, Рассел Нелсон, Далина Оукса, Рассела Балларда, Ричарда Скотта, Роберта Хейлза, Джеффри Холланда, Дэвида Беднера, Квинтина Кука, Тодда Кристоферсона и Нейла Андерсона. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, могут показать тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и 12 апостолов, как пророков, провидцев и носителей откровений. Кто за, покажите это. Кто против, тем же знаком. Предлагается, чтобы мы освободили старейшину Нила Андерсона от призвания в качестве члена президентства Кворума 70. Те, кто готов вместе с нами выразить ему свою признательность, покажите это. Предлагается, чтобы следующие братья были освобождены от призвания зональных представителей Кворума 70 с 1 мая 2009 года. Гутенберг Амари, Уолфорд Андерсон, Куичи Айояги, Хазе Боза, Лин Бренчли, Джон Чемпион, Йон Ван Чой, Клейтон Кристенсен, Эрнесто Да Силва, Джеймс Данлоп, Дэвид Эка, Ли Энке, Эдгарадо Фернандо, Луис Франко, Джозеф Хикен, Майкл Холмс, Питер Хопот, Хокру Хотта, Уильям Джексон, Бинки Кучи, Миг Ли, Йон Ван Ли, Альфреда или Тодда Лемас, Джеймс Мартино, Ламонт Мун, Кент Мердок, Брент Нилсон, Александр Нюнес, Рассел Отгуторт, Аделюсон де Пауле Перелла, Педро Пенха, Эрел Фиппен, Нил Питтс, Гэри Покок, Дейл Ренолд, Роналд Стоун, Джин Тифа и Эллен Янг. Те, кто хочет присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их прекрасное служение, покажите это, пожалуйста. Предлагается, чтобы мы освободили братьев Роджера Меррилла, Даниэла Джада и Уильяма Освальда от призвания в качестве членов Генерального президентства Воскресной школы. Также предлагается, чтобы мы освободили братьев Чарльза Далквиста, Дина Бергеса и Майкла Найдера от призвания в качестве членов Генерального президентства Общества молодых мужчин. Мы также освобождаем всех членов генеральных правлений Воскресной школы и Общества молодых мужчин. Все, кто готов поддержать их и поблагодарить, пожалуйста, покажите это. Предлагается, что мы поддержали старейшины Далланда Халстрона в качестве члена президентства Кворумов 70. Все, кто за, покажите это. Кто против?
Предлагается, чтобы мы поддержали в качестве новых членов первого кворума 70 Мервина Арнольда, Хьюна Чуэ, Брента Нилсона, Дейла Ренланда, Майкла Рингвуда и Джозефа Ситати. И в качестве новых членов кворума, второго кворума 70, Уолфорда Андерсона, Хуэча Йоги, Бруса Карлсона, Брэдли Фостера, Джеймса Мартина, Кента Ричардса и Грегори Швайсера. Все, кто за, покажите это. Если есть кто-то против, то тем же знаком, пожалуйста. Предлагается поддержать в качестве новых зональных представителей кворума 70 следующих лиц. Манюэл Августин, Виктор Асконьета, Хуан Авила, Дак Собая, Деннис Бримал, Томас Черритон, Сэмюэл Кларк, Карл Кук, Кевин Данкан, Родольфа Франко, Гэри Гонг, Маро Джунот, Лэри Кетчер, Вон Китч, Кацуми Кацуме, Гаман Лабриел, Кристофер Лессинг, Дэвид Лисью, Паоло Лореро, Стивен Ланд, Дмитрий Марченко, Абрахам Мартинес, Хуго Мартинес, Фрибоди Меха, Кристоферсон Мандей, Хирофуми Накацука, Хикон О, Чикао Уши, Алехандро Патанья, Ренато М. Петла, Марко Прието, Джонафи Робертс, Джей Роу, Манфред Чуца, Уолтер Селден, Маррама Тарати, Уоррен Тейт, Хэсбон Узи, Джек Диворд и Уилкинсон. Все, кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против? Предлагается, чтобы мы поддержали Рассела Огусторпа в качестве нового генерального президента в воскресной школе, с Дэвидом МакКонки в качестве первого советника и Оттосом Ричардсоном в качестве второго советника. Также предлагается, чтобы мы поддержали Дэвид Лерой Бека в качестве нового генерального президента общества молодых мужчин, с первым президентством Лэри Гибсоном и Эдамом. Кто за, покажите это. Кто против, тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти церкви, зональных представителей кворум 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций. На настоящее время, пожалуйста. Кто за? Кто против, покажите свое несогласие. Президент Монсон, насколько я могу заметить, голосование в конференц-центре прошло единогласно в поддержку всех предложений. Спасибо вам, братья и сестры, за вашу поддержку голосования, за вашу веру, преданность и молитвы. Мы приглашаем старейшину Халстрома, вновь призванных членов кворума в 70, а также новых генеральных президентов воскресной школы и общества молодых мужчин занять свои места в президиуме. Это будет длинный путь, как сегодня сказал президент Монсон. Мы приветствуем всех вас. А также Нила Андерсона, который стал 79-м апостолом нашей церкви. Спасибо, братья. Сейчас мы послушаем старейшину М. Рассела Балларда и Квинтина Кука, членов Кворум 12 апостолов.